«Карусель радости» – это первая персональная выставка Марины Поляковой в нашем городе. Однако с ее творчеством горожане знакомы по художественным проектам прошлых лет. Картины Марины Поляковой запоминаются своим авторским колоритом, декоративностью орнаментов и настоящим праздником цвета. Все работы художницы пропитаны ощущением счастья и радости. Посредством цвета, темы, которые она выбирает, самого простого натюрморта из обычных полевых цветов, который превращается в настоящий салют, подарок, в настроение дня, года, может быть, целой жизни. В экспозиции две части. Первая посвящена Нижегородской земле, а вторая – путешествиям по разным странам. Особое место в работах Марины Поляковой занимает тема Африки. Буквально вот как в русском лубке события дня, события минуты показаны. Вот восприятие нижегородского художника – это совершенно другой культуры. Не менее красочной, не менее интересной, самобытной, удивительной. Во время открытия выставки музыкальный подарок зрителям сделал образцовый ансамбль народной песни «Горница». Открытие выставки не обошлось без творческого мастер-класса по созданию рождественских ангелов для самых маленьких посетителей галереи и их родителей. У каждого этот ангел будет свой. Мы специально не стали ограничивать детей, дали просто им фломастеры, карандаши, то есть таких помощников в руки. И на белом фоне они создают своих ангелов-хранителей, своих ангелов Рождества, которые у них там, может быть, где-то за плечом сидят, и чтобы они нашептывали им свои мечты, какие-то добрые поступки. В декабре и январе художественная галерея готовит горожанам еще много сюрпризов. Будут организованы творческие мастерские и кинопоказы, интерактивные занятия и многое другое. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.